Palestine. А ну сейчас мы снова возвращаемся в Палестину. What was going on there from the time of the death of Christ up until 44 to 54 AD? А что же происходило в Палестине после смерти Христа до 44 года нашей эры? Well, I won't repeat all that we covered yesterday. Хоть у вас есть пункты, я по этим пунктам не буду информацию повторять, так как мы проходили ее вчера. But we saw that Judea during this time was under the government of the prefect and then procurator Pontius Pilate. Мы говорили с вами о том, что в это время, в этот период Иудея, в Иудее правили прокураторы. Сначала они назывались префектами, а в данный момент Понтий Пилат был прокуратором. And Pontius Pilate stayed in power until 36 AD. Понтий Пилат был прокуратором до 36 года. Galilee and Perea continued to be ruled by Herod Antipas. В Галилее и в Перее продолжал царствовать Ирод Агриппа or Antipas. Antipas. Ирод Антипа. Until 39 AD. До 39 года он царствовал. Until he was removed from the throne by Caligula. А Калигула потом сместил его с престола. And then the Transjordan area to the north and the east of the Sea of Galilee. А вот Трансиордания к северо-востоку от Галилейского моря территория. Was peacefully ruled by Philip. Жила мирно и спокойно при правлении Филиппа. Until he died in 34 AD. А он умер в 34 году. Now after 34 AD. После 34 года. The area governed by Philip. А вот эта вот территория, которой правил Филипп. Was made a province of Syria. Стала провинцией Сирии. And then Syria ruled that area from the Transjordan area was ruled by the governor of Syria. А теперь уже в Трансиордании правил сирийский наместник. And that continued for 3 years. Это продолжалось 3 года. Until 37 AD. До 37 года нашей эры. When Caligula turned that land over to his friend Herod Agrippa. И вот тогда уже в 37 году Калигула отдает эти территории своему другу Агриппе. And so now we need to come to an understanding of who is this man Agrippa. А вот сейчас как раз мы с вами и поговорим о том, кто же это такой Агриппа. We hear a lot about Agrippa in the book of Acts. А в Деяниях мы с вами часто встречаем Ирода Агриппу. Up to the 12th chapter of Acts. Особенно вот до 12 главы в книге Деяний. And in chapter 12 we see how ruthless he was to the Christians. А в 12 главе мы с вами читаем о том, что он был беспощаден по отношению к христианам. Agrippa was good to the Jews. Агриппа хорошо относился к евреям. And he found that he could get the great support and admiration of the Jews if he would be hard on the Christians. Пришел к такому заключению, что он получит и завоюет восхищение и поддержку евреев, если будет преследовать христиан. So in Acts chapter 12, we read of how he imprisoned James and Peter. А и вот в Деяниях 12 главе мы как раз читаем о том, как он отправил в тюрьму Петра и Иакова. This is not James the brother of Jesus, this was James the brother of John. Но вот здесь Иаков это не брат Иисуса Христа, а Иаков брат Иоанна, один из 12 учеников. And he had James put to death. Иакова убивают, казнят. And when he saw how happy that made the Jewish people, he decided he'd have Peter put to death too. И когда он увидел, как ликовали после этого евреи, то он подумал, что, наверное, будет хорошо и Петра казнить. Fortunately for Peter, it was a festival time,
And Agrippa did not want to execute him during festival time. К счастью для Петра, это было время праздника, и Агриппа не стал казнить его во время праздника. And he had planned to execute Peter as soon as the festival was over. Но он собирался казнить Петра после того, как закончится праздник. And this was the time of the Feast of the Unleavened Bread. Это был праздник опресноков. And then you know the story of how the angel released Peter from prison. Далее вы знаете эту историю о том, как Бог послал ангела, а ангел избавил его, избавил Петра из темницы. But then as we come to the end of chapter 12, и вот когда мы читаем уже последние стихи в 12 главе, we read of the gruesome death that Herod experienced. Мы читаем о том, что вот этот Ирод умер страшной смертью. Turn with me if you have would. I'd like you someone to read Acts chapter 12. 12 главу, пожалуйста, книги Деяний откройте, и кто-нибудь сейчас прочитает. Verses 21 through 23. С 21 по 23 стихи. Where Herod has just settled some arguments and quarreling that were going on. Где говорится о том, что в Тире и в Сидоне какие-то разногласия Ирод разрешил. And of course the people were very pleased by his good work. И естественно народ был очень доволен его работой. And so what happened to Herod? Однако что же произошло с Иродом? Okay, the people were happy with his actions and settling a quarrel, so they said, "This is not a man, this is a god." Люди были довольны тем, что вот он разногласия их разрешил, и фактически говорили, что это уже даже не человек, это Бог. Well, Agrippa had no control over what these people said or what they might have thought. Естественно, конечно, Агриппа не мог отвечать за то, что народ говорил или что он думал. But he did have control over his response. Однако он отвечал за то, как он реагировал на эти слова. Did he respond by saying, "No, I'm not a god, I'm a mere man. Don't call me god"? Стал ли он им возражать и говорить: "Да нет, я не бог, я обычный человек, не называйте меня богом"? Remember, he was claiming to be a devout Jew, and a Jew would never accept anyone calling him God. Он вел себя как благочестивый, по крайней мере, показывал себя, выставлял себя как благочестивый еврей, а никак ни один благочестивый еврей не допустил бы того, чтобы кто-то назвал его Богом. But Agrippa accepted the praises of the people and thought, "Wow, maybe I'm a god." Скорее всего, Агриппа принял вот эту хвалу народа и, скорее всего, даже и подумал, наверное, я Бог. And as a result, an angel of the Lord struck him down. И ангел Господень поражает его за это. Picture this: he was eaten by worms. И вот представьте себе такой вот образ, что он умирает, будучи изъеден червями. A terrible, painful, ugly death. Во-первых, это вообще некрасиво, это все ужасно противно, но к тому же, наверное, еще и болезненно. Because he'd eaten some dirty food, probably somewhere along the way, he developed a case of worms. Кто знает, скорее всего, просто руки не мыл, а может быть, грязную пищу ел, и в организме у него уже были черви. And because that was not treated, the worms actually took over his body. А так как он от этого не лечился, то его изнутри черви и съели. And essentially ate out his whole stomach. И весь желудок ему изъели. And he died from within. И он умирает, получается, что смерть наступает внутри него. Painful and ugly. Это было все ужасно и, конечно же, болезненно. I've heard missionaries tell stories of the jungles of South America. Я услышал, как миссионеры, которые в Южной Африке, в Южной Америке, в Африке несли миссионерское служение в джунглях. Where people would get a case of worms that was so bad, the worms would actually crawl out the throat and start coming out their mouth. Что вот были такие вот тяжелые случаи, когда люди были заражены
глистами, скорее всего, которые настолько было ужасное состояние, что они даже изо рта уже выползали. Apparently, the worms that Agrippa had were that bad. А, наверное, и у Агриппы были вот тоже был такой тяжелый случай. We had one of our students did a project on their project on Agrippa one year. Вот один из наших учеников, один из студентов как раз в инсценировке изображал Агриппу. And he was walking around with his robes and his crown on. И вот он ходил в классе, корона была на голове, царская одежда. And in the end, at the end of his project, he collapsed and fell on the floor. А в конце концов, вот он падает, значит, в конце инсценировки падает на пол. And his robe fell open. Открывается его вот плащ. There was this little stuffed animal worm. И вот внутри вот он просто мягкую игрушку в виде червячка туда положил и вылезает такой червяк у него. Very creative. Очень творческий был подход. Большое дело начинается с малого пожертвования. И 5 хлебами можно накормить 5000 человек. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете узнать на сайте www.tvseminary.com. Because Agrippa was raised in Rome and in the Roman schools. А так как Агриппа жил и обучался в Риме и воспитывался в римских школах. He was not exposed to Jewish customs. А естественно, что он не знал иудейских традиций и обычаев. He was much more familiar with Roman customs. Он больше разбирался в римской культуре, в римских традициях. And of course he grew up with his friend Caligula. И рос он вместе со своим другом Калигулой. Now as a youth, Agrippa was very undisciplined and was a typical rebellious young person. Когда он был подростком, он был недисциплинированным и несдержанным молодым человеком. Yet like many people who are undisciplined as the youth, he never really grew out of it. И очень часто, если в подростковом возрасте кто-то не перерастает это недисциплинированность, неорганизованность свою, то он так и остается на всю жизнь неорганизованным. Так случилось и с Агриппой. And he also became undisciplined as an adult. В своей взрослой жизни он также был неорганизованным. His behavior became so unmanageable. And he got himself so far into debt. Его поведение было неконтролируемым, и также он себе набрал очень много долгов. That in AD 23. Что в 23 году нашей эры. When Agrippa was probably 27 years old. Когда Агриппе было 27 лет. Tiberius said, "I've had enough." Тиберий говорил: "Хватит тебя здесь держать." And he banished Agrippa from Rome. И выгнал его из Рима. Sent him back to his homeland in Idumea. И отправил его к себе на родину в Едом. Spent a little bit of time probably there at the at Masada. Он провел там какое-то время, скорее всего, он жил в Масаде. But here was this young adult in his late 20s trying to find himself, trying to figure out where he would go and what he would do. Но этому молодому человеку на месте не сиделось. Естественно, ему хотелось понять, кто он такой, на что он способен в свои 20 лет. And so for the next 13 years, свои 20 с чем-то лет. He roamed, и поэтому вот последние 13 years, 13 yeah, лет. 13 years. He roamed around Israel trying to find a place. И вот на протяжении 13 лет он просто бродил по Израилю, путешествовал, пытаясь найти место, где он желает быть. During that time he went up to Galilee to live with his sister and brother-in-law. Как раз вот в это время он останавливается в доме своей сестры и ее мужа. Herod Antipas and his wife Herodias. То есть он останавливается у Ирода Антипы и его жены. Agrippa then was able to move into the palace in Tiberias, and he and Antipas just had a
hateful relationship. Агриппа поселился вот во дворце Ирода, Антипы и Иродиады, что располагался в городе Тивериада. И, естественно, что очень напряженные были отношения между Антипой и Агриппой. It's a wonder they didn't kill each other. Удивительно, что они друг друга не убили. And I'm sure Antipas probably would have had Agrippa killed, except he knew that would make his sister and of course Antipas' wife angry. И скорее всего Антипа бы с удовольствием убил бы Агриппу, но знал, что это очень опечалит его жену и сестру. Finally, that relationship wasn't working, and Agrippa had to move on. А в конце концов, когда уже стало понятно, что вот жить вместе им никак не удается мирно, Агриппе пришлось уйти. But in the year 36 AD. Но в 36 году нашей эры Agrippa returned to Rome. Агриппа возвращается снова в Рим. He knew that Tiberius was getting old and was very near death. Он знал, что Тиберий уже доживает последние годы, ему недолго осталось. And so he felt safe going back to Rome. И поэтому он не побоялся вернуться в Рим. But he immediately got into trouble again. Но сразу же попал в неприятную историю. He was overheard saying that he wished Caligula were emperor instead of Tiberius. А кто-то услышал, как он говорил, что лучше бы Калигула был императором, чем этот Тиберий. Well, word of this statement was sent to Tiberius, who was still on the Isle of Capri at that time. Естественно, что вот слухи об этом дошли и до Тиберия, который в это время еще был на острове Капри. And so Tiberius had him thrown into prison to face imminent death. Приказал, чтобы Агриппу отправили в тюрьму, и естественно, что в будущем должны были его за это казнить. Yet Agrippa experienced the same good fortune that Pontius Pilate experienced. Однако вот Агриппе очень крупно повезло, как однажды повезло Понтию Пилату. And that is before Tiberius could carry out a sentence of death upon Agrippa, Tiberius died. Прежде чем могли исполнить вот этот приказ о смертной казни Агриппе, Тиберий умирает. And then to make things even more beneficial for him. Но кроме вот этого успеха его ожидает еще одна приятная весть. His friend Caligula became emperor. То, что его друг Калигула становится императором. And Caligula, instead of executing Agrippa, вместо того, чтобы казнить Агриппу, honored him. Калигула его воздает ему честь. And he removed the iron chains that bound Agrippa when he was in prison. Когда Агриппа был в тюрьме, он был прикован железными цепями, и вот Калигула снимает эти железные цепи. And he replaced them with a chain of gold of equal weight. А вместо этого подарил ему золотую цепь, которая весом была такой же, как и железные цепи. And then he honored Agrippa more by appointing him as the king of this territory that was once ruled by Philip. И кроме этого, Калигула подарил ему вот эти территории, которые раньше находили, которыми раньше правил Филипп. And for the 3 years after Philip's death was governed by the Syrian governor. Помните, что после смерти Филиппа 3 года этой территории правила Сирия. А вот после, когда 3 года прошли, то тогда эта территория была отдана Агриппе. And of course, as we learned yesterday, he was eventually given also the rule of Galilee and Perea when Antipas tried to get Caligula to make him as a king, and Caligula removed him from the throne. И в конце концов, как мы вчера говорили, он также получил и территорию Галилеи и Перии, в то время, когда Антипа попросил у Калигулы, нельзя ли сделать его царем, а вместо этого он был свергнут, и эта земля была отдана Агриппе. And one more example of the good fortune that Agrippa experienced. И еще вот один пример того, как сильно повезло Агриппе в жизни. Well, Agrippa was in Rome when
His friend Caligula was assassinated. И вот Агриппа находился в Риме как раз в то время, когда Калигулу убили. And this is where we get an example of how Agrippa had some similarities with his grandfather Herod the Great. И вот здесь мы можем проследить, что Агриппа унаследовал от своего дедушки Ирода Великого. Even though he was undisciplined, he was good with words. He was a good diplomat. Несмотря на то, что он был недисциплинированным человеком, однако в карман за словом не лез и был хорошим оратором. And so when he found out that the Praetorian guard that had assassinated his friend Caligula И в то время, когда вот он узнал, что преторианцы убили его друга Калигулу, was now trying to find a successor to Caligula. И теперь они искали, кого же теперь выбрать императором, кто же займет место Калигулы. Caligula joined with the guard and actually used his influence to support the appointment of Claudius as the new emperor. You said Caligula was dead. Or Agrippa. Агриппа присоединился к преторианцам и фактически использовал свое влияние, чтобы Клавдия назначили императором. And so, out of thankfulness for the support that Agrippa gave to Claudius. И вот в качестве благодарности за то, что Агриппа все-таки был на стороне преторианцев, Claudius rewarded him by giving him the rulership over Judea and Samaria. Клавдий наградил его тем, что отдал ему территории Иудеи и Самарии. And so now, for the first time since the days of his grandfather Herod the Great. И вот теперь впервые после времени правления его дедушки Ирода Великого. Agrippa ruled the entire region from the north Transjordan all the way down into Вся вот эта вот территория, включая Трансиорданию, и вся территория, включая Едом, были в его правлении. And by becoming king of Judea and Samaria, а когда он стал царем еще в Иудее и в Самарии, this ended the rule of procurators and governors in Judea. Теперь уже не было нужды в прокураторах, в римских прокураторах в Иудее. That had been going on since the deposing of Archelaus in AD 6. Помните, что прокураторы появились in 6. Прокураторы появились после того, как изгнали Архилая в 6 году нашей эры. And so by AD 41. А вот в 41 году нашей эры. Agrippa ruled this entire region. Агриппа стал царем на всей этой территории, и прокураторы были не нужны. And he celebrated his newfound power. А теперь он ликовал и праздновал, столько власти ему было предоставлено. By calling himself Herod Agrippa. И решил назвать себя Иродом Агриппой. Even though he did not have a great deal of love for his grandfather. Несмотря на то, что дедушку он не очень любил, конечно. Because his grandfather killed his father. Потому что дедушка убил его папу. He still had great respect for the power of the Herod family. Все-таки он уважал тот факт, что власть была в руках у Иродов. So he was now known as Herod Agrippa. Поэтому его теперь называют Иродом Агриппой. Now Agrippa again, as a good diplomat. Будучи достаточно хорошим дипломатом, was able to win the support of the Jewish leaders. Агриппа смог заручиться поддержкой иудейских руководителей. Although, as we saw in Acts chapter 12, he became a great enemy to the Christians. Хотя вот в 12 главе книги Деяний мы с вами видели, что он стал бороться с христианами. Now the Jews were not very good at checking into Agrippa's background. Естественно, что евреи забыли прошлое изучить его прошлую историю. They didn't know about his undisciplined life. Они не знали о том, что он был недисциплинированным. They didn't know how committed he was to the ways of Rome. Они не знали о том, насколько сильное влияние оказывал на него Рим и как вот он поддерживал этот образ жизни. They didn't know that he really was not a devout Jew. Они также не знали о том, что он не был набожным евреем. Because he was able to fool them.
Потому что он их обманул. And make them think that he was a devout Jew. Дело в том, что он создал такое впечатление, как будто бы он действительно был набожным евреем. And he performed many acts of piety which pleased the Jews. А и очень многие действия, которые он совершал, такие благочестивые, они как раз были угодны и радовали евреев. For example, he took that very valuable chain of gold that he received as a gift from Caligula. А вот он взял вот эту очень дорогую золотую цепь, которую он получил в подарок от Калигулы. And he hung it in the temple over the entrance to the treasury. И повесил ее в храме перед входом в сокровищницу. He also made a public expression of devotion to the Jews. Он также публично говорил о том, как он как что он приверженец еврейской веры. By making a major thank you offering in the temple. А и вот в храме принес большую такую вот жертву благодарения. And he paid the cost of the sacrifices for some Nazarites, very devout Jews who were in the temple. И также заплатил ту цену, которую должны были за жертвы платить некоторые назареи, вместо них заплатил за жертвы. He also refused to allow his daughter to marry a Gentile. Он также не разрешил своей дочери выходить замуж за язычника. Until that Gentile was converted to Judaism and circumcised. Пока этот язычник не был обращен в иудаизм и не был обрезан. He so fooled the Jewish leaders. Вот тем своим таким поведением он обманул иудейских руководителей. And was considered by them to be so orthodox by the Pharisees. Что даже фарисеи считали его вот традиционным евреем. That they gave him the title of brother. И они стали называть его брат. They were willing to forgive his Edomite heritage. Почему-то они даже забыли о том, что он был родом из Едома. They were just so pleased to have a wonderful devout Jew as their были, king. Настолько под впечатлением, что теперь у них царь благочестивый еврей. And they called him brother. Поэтому стали называть его братом. But he knew how to please the Jews. То есть он умел угодить евреям. And he saw that by ordering the execution of James and the arrest of Peter, that pleased the Jews. И он также понял, что когда арестовал, а потом и казнил Иакова, а также арестовал Петра, что он совершил что-то угодное. But in reality, his orthodoxy was superficial and hypocritical. Но с другой стороны, он все-таки вера его была поверхностной и лицемерной. The whole tenor of his life was anything but orthodox. Вообще образ жизни, который он вел, не соответствовал религиозным убеждениям евреев. Also in the non-Jewish regions where he ruled. А вот в тех регионах, где не было евреев. He was a strong supporter of the Greek way or Hellenism. Где он правил на этих территориях, он очень сильно поддерживал эллинизацию. Yet he was successful in hiding that double life from the Jews. Каким-то образом ему удавалось скрывать то, что он ведет такую двойную жизнь. Well, as we saw from the reading earlier in the hour. А и вот мы с вами когда читали из Писания отрывок, то мы увидели. His death was sudden and gruesome. А что его смерть была внезапной и отвратительной. But his death occurred at a time when the Christian churches were about to embark on their great missionary outreach throughout the empire. Он умер как раз в то время, когда церкви были готовы отправиться в миссионерские путешествия, благовествовать по империи. You see, his harshness with the Christians probably actually helped spread the faith. Скорее всего, вот такое жестокое обращение к христианам способствовало тому, что они стали разбегаться по империи и распространять веру. Because many of the Christians fled Jerusalem and went way up north into the area of Antioch. А многие из христиан убегали из Иерусалима и отправлялись на север, аж в Антиохию. And there they established a church
which was where Christians were called Christians for the first time. І там вони створили церкву, і іменно в Антіохії їх вперше стали називати християнами.